финансирования в муниципальную программу мы заложили на эти мероприятия софинансирование местного бюджета в размере 440 тысяч рублей ежегодно. Субсидии на реализацию инвестиционных проектов это 700 тысяч рублей. Необходимая сумма для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий бюджета муниципального образования в рамках государственной программы развития малого и среднего предпринимательства. Субсидии на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности на реализацию мероприятия предусмотрено 1 520 000, в том числе 1 540 000 средств внешнего бюджета. Грантовая поддержка 124 000 рублей. В рамках инвестиционного развития мне бы хотелось сказать, что на уровне Красноярского края решается вопрос о разработке инвестиционной стратегии макрорегионов. Мы входим в западный макрорегион. В этом году к нам уже приезжали специалисты Института стратегических инициатив. Речь идет о рассмотрении точечно по макрорегионам, какие инвестиционные проекты